Сергей Шувалов занимается баскетболом 3 года. В свои 10 лет он с уверенностью совершает броски с трехочковой дуги, передает и ведет мяч, обводит игроков команды противника. Вместе с другими школьниками Сергей принял участие в турнире по стритболу среди средних общеобразовательных учреждений нашего города. У нас сегодня был стритбол за школу, я играл за вторую школу. Я забил 2 трешки. Нам удался, 2 легких игры. Я вот на последнюю игру надеюсь себе на победу. Соревнования собрали более 120 спортсменов и проводились в течение 3 дней. Сначала проходили групповые турниры, затем игры с выбыванием. Соревнования по стритболу среди мальчиков проводились в 4 возрастных категориях. Старшие – это 98-й год и старше. 99-й, 2000-й – вторая категория. Есть категория 2000-й, 2001-й. Категория 2003-го года и моложе. Ребята с огромным удовольствием участвуют в этих делах. Учителя физкультуры всегда понимают, преподаватели идут нам навстречу и приводят максимальное количество команд. Количество команд мы не ограничиваем, могут играть все. Вот сейчас выступала там команда, вот несколько человек играет даже 2005 года. Я с удовольствием всегда поддерживаю и призываю, чтобы эти ребята тоже приходили сюда и участвовали в соревнованиях. На площадках царила атмосфера соперничества. Ребята с самоотдачей шли к победе. Спортсмены не жалели себя, проявляли упорство, поддерживали друг друга и благодаря слаженной игре приносили своим командам заслуженные очки. В общекомандном зачете первое место заняла школа номер 20, второе место у гимназии 14. Замкнула тройку победителей гимназия номер 15.